Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить BioShock Infinite. Season Pass, 4 предмета, золотые улучшения для пулемета и пистолета. Так, дает вам награду 500 серебряных орлов и 3 предмета снаряжения. Заберите их в синей ленте. Синяя лента. А вам доступно 3 предмета снаряжения, заберите их в синей ленте. Прежде чем отправиться на остров монументов, заберите все свои награды. Окей. То есть, ну как вы поняли, я скачал походу нечистое издание. Ну давайте посмотрим кинетоскоп этот. Слово пророка представляет. Мечта пророка наконец-то вознеслась в небо. Коламбия начинает свой путь. Да уж. Конец. Здравый фильм. Слово пророка представляет пророк против врагов внешних и внутренних. Китайские боксеры захватили мирных американцев. Что? Пророк и Колумбия за Америку. Пророк наш. А что получила Колумбия в ответ? Вашингтон, Комстоку, уходите в отставку. Мы за пророка. Конец. Так, мы выходим из так называемого союза. Трусливая Америка. Так, нет, спасибо, ответил наш пророк. Колумбия выходит из состава Соединенных Штатов и исчезает за облака. Окей. Проще говоря, Комсток каким-то образом поднял свой город в небо. Ребята? We do indeed. Why are you following me? We were already here. Why are you following us? Aperitif. Ладно, черт с вами, дебилы. You'll find that handy in a pinch. Shit. The difference between life and death. What was that? Surprising. Surprising that it worked? Surprising that it didn't kill him. But a magnetic repulsive field around one's body can come in handy. Вы чё, охерели? A fair point. Ладно. Добрые, добрые ребята. А, ну первым делом щит качаем, потому что щит... Это, блин... Нужная штука. Просто нужная пипец какая. Ну, здоровье, само собой. Здоровье и щит. Там еще две бутылки. Ну, заряженный щит. Это хорошо. Это нам пригодится. Так, ну давайте собирать снаряжение или уж не собирать его лучше. Даже не знаю. Ну, в принципе, есть дополнения, так и есть. Особая одежда. Брюки призрачный солдат дает вам шанс 70%, что враг убитый энергетиком, ловушкой станет призрачным союзником. Офигеть. Ну, взять снаряжение, конечно же. На аэротрассах оружие наносит больше урона. На 50%. Ну, хорошо, давайте возьмем. Шляпа. 70% шанс оглушить противника в рукопашном бою. Жертва уязвима на 4 секунды. На 4, да? Обоймы увеличены. О, да. Ну, блин, тут такие, конечно, цифры охеренные. В рукопашном бою можно сбить врага с ног. Да. Возьмем, почему нет. Если человек, находившийся под действием гипнотизера,
убит, он возрождается. Да хер на него. Просто возьмем, давайте. Найденные голософоны, вы получаете серебряные монеты. Ага. Нет, просто возьмем. Пускай будет. Блин, все эти DLC-шки, это, конечно... Хуя себе. Читерство? Ну да ладно. Увеличит урон механизмом. Показать в сравнении. Да, давайте наденем. А то манал я эти механизмы. Закуски увеличат скорость. Спасибо. Ставлю. Так. Скороход. Увеличит скорость при уклонении. Действует при движении в сторону или назад. Ух ты. Показать сравнение. А, не. Просто заберу с собой. Что, это все? Ну ладно, таки быть. Насобираем, конечно, тут серебряных орлов этих выше крыши. Короче, вот мы и пособирали, собственно, все эти вот DLC-шки. Ё-моё. А я туда не могу спрыгнуть, да? Охереть. А тут что есть? Ну, что-то есть. На! У него аж током обдало. Ладно, забираем все. Тут я чувствую, сейчас будет пальба. Ну, конечно. Ты посмотри на них. Воу! Ну ладно. Это ворона, блин. О, пропаганда уже погнала по полной программе. Где он там? Попал? Вроде попал. Воу. Они там десантируются где-то. Что-то я не вижу его. Или ее. Короче, прорываемся поближе. Садят там вообще со всех сторон. Вот
Хорошо, что хоть щиты выдерживают. Они не глупые, кстати. Они очень даже не глупые. Они меня обходят. Понятно. Блин. Многоуровневая драка — это неплохо. Это очень даже неплохо. Я туда могу залезть? Ух ты! Даже сюда могу залезть, офигенно. Блин, денег у меня... Шопой жуй. 8 патронов, офигеть. Ладно, что-то не урожай по патронам. Хотя я их еще так разбазарю. Использовать раковину, туалет. Ладно. Сберто. Ой, что-то я там провтыкал. Найдите ключ к замку. Otis works up at the lodge part-time. He took this box from one of their secret ceremonies. And I know for sure, there is something... Короче, он использует этот ящик, ну, непонятно кто, само собой разумеется. Он использует этот ящик для каких-то ритуалов, церемоний. Я точно знаю, что там что-то... Here, inside. Что-то Проблема в том, что он не он достаточно умен, или он не настолько глуп. Короче, эту штуку можно открыть лишь ключом, который находится в каком-то братстве. Понятно, ты спиздил целый ящик. Но ты не можешь его открыть. Руки вверх! I'm not like the rest. I'm a progressive. Прогрессив он. В этом мире все враги. Ладно. Двинули. Слава богу, нет тут инвентаря. То есть мы можем подбирать абсолютно все. Тут, насколько я знаю, крафта нету. Оу. Двери открываются сами по себе. Старайтесь не стрелять первым. В некоторых случаях вполне можно обойтись и без этого. Violence is not the answer. As much as I support her cause and her people, blood must not be shed. What do you expect these poor Negroes to do? How they treat them? It was bound to happen. Violence is not a foregone conclusion. Tim, the one they're after. Go. They're looking for you. Police, we're in need of your assistance. They're here. Ладно, понял. Keep your voice down. Хотя хер на них, я пристрелю просто всех, кто сюда ворвется. Ну? All right, let's move on. Please! Please leave! Get out!
Давай. Я тут. Я жду вас. Ах ты! Там патронов полно, надо будет пособирать. Ты, ё-моё! Скотина, ты посмотри. Половину щита мне снес. Это что за звук-то? Это пожарник? Ох ты! Мать твою! Не, ну я мог уйти просто так. Но это ж не наш метод. Вот вы видели, как их классно раскидал? Вообще ж красота. Transfixed by my trophy scalps, asked about the white ones there. I said, well, sir, if your quarry dwells in the jungle and beds down with the local color, why split hairs? Not a chuckle out of him. Either he ain't seen a man go native, or maybe too many. Anyhow, now it's got me hunting down this Daisy Fitzroy. Hope he don't expect me to stuff and mount her. Yeah. Ладно, я мало чего из этого понял. Поэтому переводить не буду. Так это хорошие люди были, судя по всему. Они тут, смотрите-ка. Афроамериканцев приютили. Боли, боеприпасы. Да не нужны мне, в принципе, боеприпасы. Я и так справляюсь. А куда идти дальше? Куда мне идти? Наверх, наверное. Или туда... А, ну да, какой у меня путь-то, в принципе. Вот он, единственный. А, подождите, так такой же глаз был на этом, на сундуке. Орден Ворона. Да, блядь, зловещее место. Давайте по стелсу попробуем. Не хочу я вставать, мне и так норм. Our prophet did not heal,
Lost. Что это такое? Ага. Патроны для винтовки. Хорошо. Нихера их тут. Ладно, чё, пошли мочить их. Какие у меня ещё варианты тут есть? Я думаю, вот этот парень самый... Сука, опасный! Угу. Не, ну я знаю, что это такое. Так. Давайте, я не знаю, щит усилять. Найс. Щит — это крутая штука. Голософон. What exactly was the great emancipator emancipating the Negro from? From his daily bread, from the nobility of honest work, from wealthy patrons who sponsored them from cradle to grave, from clothing and shelter. And what have they done with their freedom? Why, go to Finkton and you shall find out. Да ну не может быть, чтоб тут не было нигде написано этих голософонов. Я в жизни не поверю. Вот, целая куча этих напитков, энергетиков. А вот они. Так, вот тут вы можете прочитать. Вот я вам сейчас их пролистаю. Вот эта девочка. Прошли все ваши книги, моя мама говорила. Посещать эту девочку в башне. Но я, в принципе, так и переводил. Сейчас понадобится ложа. Я забрал этот ящик в одной из тайных церемоний. Он забрал этот ящик. Я понял. Что внутри лежит что-то дорогое. Только он все-таки дурак. Понятно. То есть он посеял где-то ключ. Все понятно. Ну, как вы видите, мой перевод довольно-таки не точен. Поэтому я вам буду включать все эти приколы. То есть, чтобы вы смогли прочитать его. Так, это мне не нужно. Замечательное место. Постойте-ка, так это же я отсюда пришел, получается. Так, это мы включать не будем. Так. Опять насинячился. Fields of Eden were soaked with the blood of brothers.
The only emancipation he had to offer was death. Это то ли кот, то ли кролик. Понятно. Что-то маленькое. Охуеть. Это что, специально для ворон, что ли? Фу, какая мерзость. Так, а куда идти? Это я уже круг нарезал. Молодец, красавчик. То есть что-то как-то через верх, походу, да? Ладно. Давайте так и поступим. Пойдем через верх. Ну вот только куда? Ага, вот там двери открылись. Хорошо. Сейвов тут нет, да? Да. Лифт. Trouble began almost instantly. Full of wrath and bent on harm, the anarchist maliciously wounded several Colossian peacemakers. Они прозрачные, их пристрелить нельзя. Ладно, поехали. Не чувствуется, что лифт едет. А не, вот, все. Так, на этом этаже мы еще шуму не наводили. Что продаешь? Боеприпасы. Не интересует. Хотя давай я соли у тебя куплю. Чтоб хватило хотя бы на одну бомбочку. Так, мне, судя по всему... Ладно, какие-то картинки, не особо связанные, я по крайней мере не понял, с чем они связаны. Так, запись послушника, фанатик. Так, давайте посмотрим. Why do we worship three symbols in your memory? We worship the sword, so that we might avenge you. We worship the raven, so that we might cover the city with eyes. We worship the coffin, because it symbolizes the weight of our fate. Охуеть! Охуеть! Ты ж болен, что ли? Ты ж будешь со мной драться? What's this? Some new kind of vigor? What an убийца. Ну ладно. Это уже что-то неприятное. О господи. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap.
Понятно. Что-то вроде Жикея. Что-то вы ворвались как-то неожиданно, я тут лутался. А чё, мне ничего не надо? А, ну да. Мне 6 соли, и это по полному. Так, шанс 70, что в рукопашном бою подожжет противник. К сравнению. Оглушить противника. А не знаю. Ну давайте наденем все-таки другое снаряжение. Плюс то, что оно не DLC-шное получается. Это как бы, ну, справедливее будет, что ли. The false shepherd, this anarchist, is either a Milano dwarf or a Frenchman with a missing left eye. No more than four. I didn't get to Monument Island from that station. Я уже всего опасаюсь, честно говоря. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Туда мне как-то можно попасть? Вау! Давайте поставим лучше этого. А, я не могу уже поменять? Хреново. Я хочу туда. Можно мне туда? Спасибо. Я тут был? Нет. Как это понимать вообще? Я походу застрял. А нет, порядок. Жив, цел, орел, сокол. Будут еще вопросы. Ты уверен? Я бы не был бы так уверен на твоем месте, но да ладно. Ладно. Молите пощаде, судя по всему, она не будет. Ну да ладно, пойдем. Тут ничего нет. Хотел бы я вернуться к тому дому и открыть обратно ящик. Но, судя по всему, не судьба. Правда ж? Конечно, правда. Гори нахер, мудак. Так. Чё есть? Ничего нет. Вот он, хилка. О, живем. Патронов полно. Жить можно. Да, покинуть район. Я так понял, мы можем пройти всю эту дорогу назад и открыть тогда тот ящик, но что-то как-то я не горю желанием заниматься всем этим. Тихим ходом мы продвигаемся уже к острову монументов. Врата острова монументов.
Я эту игру, чтобы вы знали, не проходил. Я когда-то давным-давно смотрел у Блэка прохождение этой игры. То есть, когда она только вышла. У меня тогда комп ее не потянул, по-моему. И вот сейчас что-то я про нее вспомнил. Там был шедевральный сюжет, великолепная графика. И, в принципе, я даже сейчас смотрю, ничего не поменялось. Поэтому, почему бы и нет? Можно поиграть, тем более, что игра хорошая. Где это мы? Так, ну ладно, тут есть магазинчики, я смотрю. Ага, тут можно улучшить. Нихера себе. Можно улучшить. У меня даже столько денег нет. Хотя я и мажор. Потому что у меня там с дополнения пятихатка привалила. А это окно. А я могу его по-тихому как-то снять? Блядь. Ого. Нет боеприпасов, офигенно. Веди себя там как-то поспокойнее. И ты тоже. Хорошо. Вроде жив. Ну, пока не сложно. То есть, учитывая еще то, что я играю на легком уровне сложности. Нормально. Но тут враги довольно-таки не тупые. Ну, в принципе, им далеко. Даже до того же интеллекта в Хала. Но они довольно умны. И меня тут обходят. Быстро занимают укрытие, то есть не стоят тупо, если по ним палишь. Ну, конечно, не все, но большинство из них ведет себя, ну, как-то более-менее адекватно, если это можно так сказать. О, я хочу туда. Есть тут что-то для меня? Орлов немножко отсыпали. Еще орлов. Хавчика. О, нормально. Живем. Живем и прогрессируем. Нормально тут монет. Блин, была бы у меня, конечно, сейчас граната. Было бы лучше. Но вороны тоже в бою. Надо как-то будет попробовать использовать. Пока что-то как-то не тянет. А вы что продаете? Понятно, та же херня, только в профиль. И тут ничего. Врагов нет? Врагов нет. О-хо-хо. Вау!
the false shepherd, here in Columbia. Скотина. Ух ты. Давайте тут здоровье возьмем. Но это, судя по всему, было не обязательное место. Это что такое? Ни хрена себе. Прикольно тут. Ладно, дорогие друзья, пожалуй, что? Monumental Island. Хорошо, туда. Значит, туда. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.